Захватили маленько тарапию. Конечно. Представь, народ перемещал. А вот еще. Да. Вон еще. Так идите, принесите за вас это ключите. Ну мы все уже допили, уже все со стола выходим. Меня заслушали, да? Ага. Тебя заслушали. Да наелись что досыта-то. Да слава богу. Я тут им еще рассказывал о том, как освободили от турок Европу. Так они заслушались. А ты фильм смотрел Карпов? Нет. Посмотри. Карпов? Он начинается с психбольницы. Три сезона, на три сезона, слышишь? 94 серии. Не. Современный фильм. Похоже, что с милицией, что везде делают. Сейчас начитаю. Карпов, просто одно слово Карпов, заряди и все. Ну что? Поем? Да. Молодец. Карпов фильм. Карпов фильм. А то Карпов, он фильм Карпов. А, ну нормально. Сестры, ну тут зачем это? Я вас не знаю. Нет, забираем. Не надо, Вася, отдавать такую вещь. Вот они, давай, а такие не надо, они дорогие. Ты что? Вася, там в банке какие-то собрались. Ну, что лежите-то, а? Лежит. На занятия готовьтесь. Выступите, слово скажите. Под пристальным оком брата Тарасия. А сестры отдыхают. Сестры, тарелочки, пожалуйста, вытрите. Игнат Игнатьевич, вас постричь надо. Так это, подожди, а гликерию-то увезли? Да, к Дмухам поехала. Ну все. Игнат Игнатьевич, постричь вас, у меня машинка шикарная. Давай. Нет, я с собой на следующий раз возьму. Могу на неделю прям к вам приехать. Постричь вас, у меня машинка супер. Нет, не буду. Не будете? У меня этим Галя занимается. А, хорошо, хорошо. Я вас ревную, Игнатий. Я злой еще. Я не, это не изменяю. Изменяйте, пожалуйста. Только что вам высыпал. А, сестры стараются. Я поняла, миска моя. А я хотел подкрасться, чтобы добреньким быть. Мастера нельзя менять. Я понял, конечно. Он поэтому молчит. Походит вам все. Может, даже еще и не услышал. Хотел проскочить. Господу Богу. Зацепили Богу, меня, поняли все. Игорь, начинай, забивай. Жажди правды, народ. А ну уже спели, ну и что, она такая хорошая, еще раз спой. Давай. Ты когда идешь, всегда платье одернешь, посмотри, 10 сантиметров, выше нельзя. Давайте помолимся. Давайте. Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил нас весь земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси мир, да я им, приди к нам и спаси нас. Спасибо, Господи, пойму. Все, садитесь за стол. Милосердно, Господи, спаси и помилуй раб своих милующих, питающих нас, подающих нам милостыню, заповедавших нам недостойны молиться о них. Прости их и помилуй. Помилуй, Господи, всех страждущих, болящих, скорбящих, нищих, сирот, вдов, священства, иночества и всех христиан. Избави их от всякие скорби, гнева и нужды, от всякие болезни душевные и телесные. Прости им всякие согрешения, вольные и невольные, душам нашим полезные сотвори. Аминь. Боже милости, будь мне грешным. Создал меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости, помилуй, благослови.
Спаси Христос. Так. Можно я вам песню спою, пока вы моете посуду? Давай. Игнат Тихонович. Так ты еще не обедал? Андрей, обедал, нет? Да. Вот заметьте, за стола все вылезли. Опять один остается. Он ни грамма не торопится, чтобы войти в норму. Я зашел, он так в чашке переворачивает. Ешь быстрее, уходи, чашку отдать. Ну нельзя так, это ты на своем стоишь. Это нигде нет, ни в монастыре, ни в армии, ни в тюрьме, чтобы около одного он чавкал, а другие смотрели на него. Это уже совсем надо быть никаким. Все до одного вылезли, даже малые дети. Нет, один сидит, чавкает, по чашке ложкой гоняет там кусочки. Он насмехается над нами. Так, разрешите. Так. Все. Смотри, что делает. Ань, бросай, а. Бегом. Чтоб вреда не было, говорит, надо светить святой водой. Говорит, а лучше, говорит, ведро с водой святой поместить этот аппарат. Пойдемте. Она мешает. Зрение тратит, и ума это нисколько не дает. Давайте. Иди, помогай посуду. Давай, заходи. Посуду нам помогай. Там, я спою вам песню. Только тише. У каждого творенья свой творец. Вот самолет летит по небу синему. Никто же не подумает.